только что я сразу не узнала, вот в утро, что все это съели, по-моему, были полные макароны. Это было очень интересно. Я все знала, что могу изменить. Некоторые интересные моменты. Очень сразу. Там с театром армии недавно были на гастролях в июле месяце. В этом году? У нас, конечно, жалко, что мы вас не застали. А где вы были в это время? Я в первых числах июля играл там Павла Первого. В драматическом театре после премьеры. В новом здании, да? В новом здании, но оно уже давно, лет 5 назад. Хорошо слышно? Послушай просто. Угу. А сколько дней вы были там? Ну, лично я играл там 3 спектакля. Это значит где-то так. 2, 5, 7 июля примерно. А театр там на Урале был почти месяц. 2 недели в Екатеринбурге. И потом они переехали в Челябинск. Но Павла мы играли только в Екатеринбурге. Жалко, что вы, конечно, не видели, но... Для меня это было очень... Было бы снять бы вообще этот спектакль, интересно. Ну, завтра приезжайте, приходите в театр армии. Дело в том, что мы думали, что нам 5 дней хватит, мы с понедельника здесь. Ну, так тяжело со всеми договориться было, и мы уже, у нас билеты завтра улетаем. Завтра? Завтра утром. Ага. Ну, так что вы можете сегодня еще поснимать. Здесь поснимать, мы вечером Джигурду, вот, спектакль «Луна» Проханова. Вот, и вечером идем снимать. Вот единственное, что у нас попал спектакль вот на этой неделе. А где он играет? В каком помещении? Какой спектакль? Театр Луны. Ну, я не знаю. На Маяковке был театр. Авангардный театр, говорят. Валерий Сергеевич, наша культура в целом, а в частности театральное искусство, сейчас в рассвете или в упадке, на ваш взгляд? Судя по вчерашнему докладу мэра на театральном сборище нашем Москвы, в расцвете, потому что я такие цифры узнал. Позапрошлый год Москва отметила 80 премьер, прошлый год... Мы радовались цифре, что больше или около 100. А в этом году мы уже сыграли, я имею в виду Москва, 130 премьер. И чем как бы вроде экономическое положение, мы все сетуем на него, да вот как плохо, как трудно. А премьеры выпускаются с каждым годом все больше. Работоспособность, я смотрю, даже поднялась. Конечно, да. Значит... Цитируя наших вождей, система работает, жизнь становится лучше, жизнь становится веселее. Это все опять на русский дух наш. Ну, не знаю, во всяком случае, в этом году в Москве уже отмечено 130 премьер. А если, ну, хорошо бы количество перешло в качество, разумеется. Но, тем не менее, думаю, что театральное искусство и не в расцвете, и не в упадке. Просто люди работают. Расцвет, он ведь определяется штучным каким-то всплесками, наверное. Материалом, да, какими-то новыми, появлением каких-то новых имен, новых идей, новых спектаклей. Новых спектаклей, но новых не просто, я имею в виду, количественно, а вдруг какое-то, ну, если взять... Взбудоражило. Да, 60, допустим, 5-й год, появление Таганки, или там появление театра... современник, или появление театра на юго-западе, или же там еще что-то. То есть расцвет, то есть если мы за точку отсчета возьмем 95-й год, то каким 95-й год в этой категории находится, это мы будем знать через лет 5. Может быть, все познается сравнением. Ну, конечно, да. И потом время все-таки определяет. Мы сейчас, находясь вот в таком замечательном зале театра на Таганке, где проходит вот выставка Игоря Саби,
новосибирского художника, который работает в коже. Вот, понимаете, вдруг уникальный такой материал. Он мне оформил спектакль Анны Снегиной и деревянная скульптура. Вот расскажите, что нового сейчас происходит в театре на Таганке, какие роли, спектакли? Нового прежде всего, я не знаю, был ли, говорили ли мы об этом в прошлую беседу с вами, это все-таки состоялась премьера в мае в Афинах спектакля «Медеи» в постановке любимого, и сыграла очень хорошая актриса, и очень удачно, и появилась новая наша звезда на Таганке, и в театральном мире, я думаю, Любовь Селютина, мне это втройне приятно, она алтайская девушка из деревни Повалиха и так грандиозно сыграла Медею, что просто на зависть друзьям, что называется, и врагам. Так мне кажется. Во всяком случае, это событие для нас, для театра на Таганке. Ну, думаю, и судя по многочисленным рецензиям, они разного характера, но тем не менее, это все-таки событие. Вот, это первое. И второе, моя личная премьера. Вот в театре на Таганке я сыграл моноспектакль Анны Снегиной. Ну, я уже об этом вот выше чуть затронул. Оформил спектакль новосибирский художник Игорь Саби. Портреты Есенина, выполненные в коже. Это уникальный материал, это все кожа. И портрет Анны Снегиной, и афиша. Вот к столетию Сергея Есенина. Все это материал. А почему вы выбрали именно эту тему? Чем близка для вас? Анна, Сергей Есенин. Ну, Сергей. Для меня это любимый мой поэт. Ну, я имею в виду, конечно, так сказать, я не беру Александра Сергеевича Пушкина, потому что это так просто вот солнце русской поэзии. Но он мне близок очень, Есенин. Какими-то своими душевными, по духу близок. Но не той крестьянской тематики, как думают, что это. Для меня никогда Есенин крестьянским поэтом не был. Он просто был великий, прекрасный, замечательный, лирический поэт России. А Анна Снегина просто по каким-то душевным расположениям мужского какого-то даже, вот я бы сказал, плана, она мне просто близка. Изложение темы детской, юношеской любви, изложение какой-то потом привязанности, какая-то ностальгия по ушедшему и какой-то светлый взгляд в будущее. Как бы мы там ни говорили, поэма очень светлая, хотя они расстаются, и она как бы эмигрирует, но тем не менее все-таки очень светлый конец. Ну, вот у меня сейчас такой больной вопрос есть к вам. Не знаю, вот отразилось ли на вашем творчестве и на вашей жизни вот раздел театра? Ну, наверное, отразился, но мы этого как-то не переживаем. Ведь вся беда в том, что, наверное, это отразилось в первую голову на них. С нами ведь Любимов. Тот, кто сделал, тот, кто работает, организовал, и он, и банк-то с нами, репертуар-то с нами, мы-то играем то, что играли, поэтому, ну, конечно, это... Как отношения с актерами складываются? Не знаю, мы с ними не встречаемся, но если встречаемся, то так... Стараемся как-то так, то есть не стараемся... Не конфликтовать, и потом нам их очень жалко. Ну, просто они же попали в беду, они заблудились, и нам их очень жаль. Потому что у нас и выпускаются спектакли, мы гастролируем, ну что, у нас прекрасные были сейчас гастроли. Весной вот мы выпускали, целый месяц мы работали в Афинах, потом мы поехали в Красноярске, мы играли 3 спектакля, 1,5 недели, потом в Новосибирске. Сейчас мы едем в Санкт-Петербург. Приезжает Любимов, начинает ставить подростка, начинает ставить Шекспира. Да, хроники. Ну, понимаете, у нас... Ну, мы работаем, да. Вот я знаю, что вы буквально в этом году были на гастролях в Екатеринбурге. Можно несколько вот слов впечатлений рассказать? Замечательные у меня самые впечатления о Екатеринбурге, тем более, что я там был с другим театром. Я же такой ласковый теленок, две матки сосет. Я работаю в театре Российской армии по приглашению. Играю там Павла Первого. Прекрасную роль в пьесе Мережковского. И вообще это в свое время, 3 года назад, когда я это сыграл, еще был жив первый исполнитель Олег Иванович Борисов. И когда я это сыграл, я начал репетировать в самый разгар наших вот театральных склок.
И меня эта работа просто как-то... Не коснулась. Она меня... Нет, склоки. В такой степени. То есть я принимал участие, естественно, потому что я общественный деятель в театре, так сказать. Подписывал какие-то бумаги, посылал какие-то телеграммы от президента до, не знаю, там, до министра внутренних дел. Понимаете, все это было, но... Так как я был 100% занят, душа моя была занята работой над ролью, над материалом, я, так сказать, в Павле Первом был, то это, конечно, прошло для меня легко, понимаете? Я имею в виду склоки и всякие этот, скандалы. Вот. И Екатеринбург. Кстати, я там буду в Екатеринбурге 25, 26, 27 октября. Там будет юбилей... Виктора Григорьевича Сытника, ему 60 лет, я его очень люблю. То есть на 3 дня, да? 3 дня. Я на 3 дня, да, приеду. Ну, у него отмечается официально, так сказать, как говорят, юбилей 27-го. Концерт такой большой. Я его очень люблю, этого артиста. Любил, когда он работал в театре опереты. Ну, это Мускомедия. В Мускомедии, да. А сам я, в общем, выпускник факультета театра музыкальной комедии, музыкального театра. Я же оперетошный, как бы по образованию артиста. Для вот меня... Этого я не знала. Да, да, да. Я закончил ГИТИС отделение мускомедии. Поэтому для меня вообще все, что связано было с оперетой, для меня было как-то очень родное, важно. Я следил за нашими своими выпускниками, за своими однокашниками. Ну, так сложилось, что я сразу с 5 курса еще был приглашен в театр имени Моссовета к Завадскому. А через год я перешел во вновь организованный театр любимого, вот сюда, в театр на Таганку. Поэтому я в театре опереты не работал никогда. Хотя дипломным спектаклем у меня была роль Баптисты в опере Шибалина «Укрощение строптивой». Это басовая такая партия, где я пел вот старика Баптиста. И вот я буду, значит, в Екатеринбурге, и гастроли прошли очень успешно. Я присутствовал, мы приехали раньше, я присутствовал на премьере «Макбета» в театре в Екатеринбургском. Как зритель, да? Как зритель. Театр был полон. Я был просто ошеломлен тем приемом, который публика удостаивала своих артистов, своих. Я даже как-то напугался, как же вообще это будет на этой площадке встречена столичная труппа. Ну и в частности, конечно, Павел Первый. Но зал был, все 3 спектакля был переполнен, спрашивали билеты, и критика была хорошая. И как-то для меня это был праздник, потому что, ну, одно дело дома, в Москве сыграть, а другое дело выехать с этим спектаклем после такого знаменитого исполнителя. Ну, это очень приятно, конечно, слышать вот такие теплые воспоминания, впечатления. Да. Вот теперь давайте я вот немножко отвлечусь на тему интересную. Как, на ваш взгляд, вот сходится ли характеристика по структурному вашему году и по вашему имени? Имя Валерий – это человек достаточно активный, даже бесшабашный и с холерическим темпераментом. Насколько это верно? Ну, это... Люди стараются все время бороться за свою правоту. В этом есть сермяжная, как говорят, правда. В этом что-то есть. Я не знаю, тут ведь всегда в таких характеристиках спрашиваешь себя, а насколько? Да. А насколько это, ну, как бы в процентном отношении? Вот вы говорите, бесшабашный. Я бесшабашный в каких-то вещах. Вот то, что я сыграл Павла Первого после Борисова, да. Это бесшабашность. Потом, когда мне объяснили, в какую... Это не разноплановость. Это в какую авантюру я ввязался. Но, слава богу, я не видел этого исполнителя до. Потому что это уникальный артист. И исполнение его было легендарным, но так как я не видел, я ввязался, на всякий случай. Вот эта фраза Наполеона «Сперва нужно ввязаться в крупное сражение, а там уж видно будет», ее очень любил Ленин. Вот он и со своей бесшабашностью натворили большевики в России много чего хорошего, в кавычках.
Вот это вот во мне присутствует. Сперва ввязаться в крупное сражение, а потом видно будет. И тем не менее... Дух авантюризма. Дух авантюризма. И, а так как я, в общем, близнец, то у меня присутствует другая сторона, я так понимаю. Противоположная. Противоположная. Тут же присутствует ввязался, но я тогда начинаю уже осматриваться. Как... Нет, это змеиная как раз. Вот, да? Змея же – это мудрый знак, очень знак великого авантюриста. То есть Казанова родился в год змеи, это был великий авантюрист. Да? Покоритель женских сердец. Ну, Любимов. Я не говорю. Любимов – змея. Ягубенко – змея. Клубок! Тут тройка очень такая сложная, конечно. Да, да. Так что вот. Значит, это все-таки сходится. Ну, сходится, да. Но здесь надо, конечно, вот близнец-змея, это, конечно, наверное, это очень совпадает. Лавируют между обстоятельствами. А потом я вам должен сказать, Оксана, тут еще такая штука. Когда человек начинает познавать свои гороскопы, то он подсознательно начинает им как бы соответствовать. Да? А вот я авантюрист, и вот я какой-то делаю шаг. Ну, получается же самое-то, что интересное. Авантюра-то у таких людей ведь получается. Ну, это же, ведь что называть авантюрой? В конце концов, я ведь не, знаете, я ведь взялся за роль исполнения Павла, а не взялся за штурвал и реактивного... Понятно. Понимаете, истребители. Тут, так сказать... Тут в своем, как говорится, все равно. Ну да, разумная какая-то все равно. Риск-то риск, но... Но это мудрость, это уже. Ну, я, наверное, да. Допустим. Ну, что дальше у нас получается со мной? А почему вы спросили Валерий Сергеевич? Валерий Сергеевич, потому что Сергеевич тоже созвучно с именем Валерий. И я знаю, что, по-моему, у вас жена тоже Сергеевна. Нет? Видели, которая? Последняя. А которая Сергеевна? Вы, жёнок, можете тут заплутать, как. Видите, первая жена Сергеевна. Да. А об остальных. Ну, это достаточно твердые натуры. Вот почему Валерий Сергеевич созвучно. Сергеевич — это очень твердые натуры, которые как бы стараются высказывать всегда свое мнение. И по возможности именно упрямством, я не знаю, упорством доказывать им. Вот тяжело, мне... насколько тяжело это? Нет, отстаивать, но... свое мнение. Вот в таких, ну, жизненных ситуациях. Тяжело, но здесь спасает всегда. Знаете, я всегда люблю спорить и доказывать, чтобы аргументы укладывались в количество пальцев на руках. Чтобы это достаточно было просто. В моих каких-то вот делах, театральных, допустим, так как это, в общем, моя жизнь, да, это полезно делу. В первую очередь, вот такая польза делу. Ну, конечно, без переступления каких-то норм человеческой морали, совести и прочее. А что касается цифровых данных, то они, тут один журналист объявил, что они у меня лермонтовские, и даже родственную какую-то связь он пытался в этой своей статье и теории установить. 41-й год моего рождения, 41-й год гибель Лермонтова, мое юношеское изображение очень схоже с лермонтовским портретом. И он, в общем, договорился, а не потомок ли я внебрачных связей Михаила Юрьевича Лермонтова. Угу. Потому что у Лермонтова детей своих не было, а когда ему исполнилось 14 лет, бабушка ему приводила там, посылала горничных молодых. 14 лет? Ну да, конечно, созревали рано. Ну, в 15 лет, но не будем уточнять. Некоторые горничные беременели, и она их, некоторых, естественно, крепостных своих выдавала замуж, а более строптивых, вы в этом тоже можете оказаться, исчисление, она отсылала в Сибирь. И вот он говорит, а вы посмотрите, вот жены декабристов, там декабристы, дворяне, все, и вот или Золотухин, не потомок ли он Лермонтовых. Мои сыновья очень отреагировали на это своеобразно. Старший, нет, младший особенно, говорит, да ну, я не хочу быть сыном кухарки. Я говорю, ты не забывай, что ты, во-первых, сын крестьянина, сын колхозника, начнем с того, да? А потом
А что касается старшего, тот говорит, а почему? Если Лермонтов, так там Байрон рядом. А если Байрон, так Пушкин. Ну, вообще, треугольник совсем неплохой. Поэтому, может быть, пишут, что тяга к Есени. Да, Валеру женщин интересует мало. Во всяком случае, свои успехи в делах он оценивает гораздо выше, чем любовные приключения. То есть дело для него прежде всего. Видите, я уже ответил на этот вопрос. Валерия, да? Да, Валерий. Вот, Валерий по имени. Так, так. Любопытная у вас книга какая. Да, то есть тут это как бы преимущественно. Оксана Чернокнижница, она будет под кодовым названием у меня проходить. Так. Так, и еще очень загораются свежими оригинальными идеями и медленно остывают, то есть долго вынашивают себе. Правильно. Это да. Это да. Это есть, я вот, если говорить о нашем каком-то времени, да, перестройка, гласность. Очень трудно, я смотрю по своим коллегам многим, которые очень трудно как-то так адаптируются в это. И мне было трудно, но, может быть, вера в Бога, знаете, вот, она очень, ну, скажу, грубую вещь, кощунственную, может быть, она... Очищает как-то? Ну, конечно, очищает, и потом она дает силы очень. Понимаете? Вот когда у человека неверующего, у него нет опоры. А у человека верующего, у него есть опора, понимаете? Нужно потому что все это, все тленно, да. Все-таки, вот мы встаем каждый день с постели и говорим, что слава Богу, что ты жив, да? Заболел, слава Богу, что жив, ну... Опять же сравнение идет. Да, опять же все такое вот, понимаете, что... не упиваться, не задаваться ложными какими-то целями, что вот тот, тот, тот. А все-таки все мы ходим под... Я еще заметила, люди очень любят употреблять слово «зато». Вот у меня есть то-то, то-то, но зато можно... То-то, то-то, но зато... Ну, это зависит, я думаю, в большей степени от нашего скудного запасного словаря и тех оборотов речи, которые мы употребляем. В беседах, в разговорах. Просто так удобнее. То-то, то-то, но зато. Это, или между прочим, или в принципе. Ну, вообще очень трудно соблюдать определенные принципы жизненные. Ну, можно, что называть, принципы? А, в религии? Да. Ну, в религии принципы это... Не совсем слова такие, понятия совместимые, заповеди, ну, стараешься их как-то, ну, не соблюдать уж так. Я не тот ортодоксальный верующий, да. Знаете, который, я же, вы тогда скажете, а зачем, что ж вы занимаетесь тогда актерством, театр, разжигание страстей, как всякое такое искусство, это надо дальше для человека верующего и религиозного. Вера. Самое главное. Ну да. Это, не знаю как, внутреннее, внешнее, это вера. Вот, кстати, это все опять же сходится к знаку змеи. Это очень мистический знак у мужчин. То есть они обладают магическим обаянием, вот, и умело пользуются этим. Вот и все, тут у них этот царь. Правильно. Мистика вот этого. Ну да, мы так... Маяковский был по году змея. Змея? Да. Ух ты, не знал. Маяковский, да. И это, ну, единственный недостаток этого года, что им не хватает энергии, именно подпитки. То есть они как-то черпают энергию в основном от общения с людьми. То есть очень к людям привыкают и как-то привязываются. Может быть, да. А вы заметили, что мы так ведем разговор о религии и в то же время о других противоположных совершенно религии понятиях. Но ничего, да. Да, ну хорошо, тогда вот в заключение просто хочется пожелать, чтобы ваши удачные роли как можно дольше мы видели на сцене. Да. И, конечно, бы хотелось увидеть ваше искусство на экране. Есть ли какие-либо перспективы, планы? Ну, это надо глобальный вопрос рассматривать. Да. Я думаю, что перспективы у кинематографа весьма... Славные. Понимаете, я думаю, что он сделал свое дело, и дальше это уже... Меня это никогда не привлекало. Смежная такая,
Ну, есть, мы-то, есть. Конечно, вас любим и помним именно. Ну нет, это безусловно. Зачем? Я же... Нет, если будет всплеск кинематографа, тут ведь, понимаете, от нас это не зависит. Все-таки в театре мы что-то зависит от нас. Кинематограф – это вещь техническая, так сказать, в основном, понимаете, и очень дорогая. И потом, ну, кинотеатры все в Москве в основном используются под мебельные магазины. Это о чем говорит? Не о том, что ведь Золотухин снимается, да? Это говорит о кино, что оно... Понимаете, все переведено на, в большинстве, видеокассеты. Вы снимаете видеокамеры. Раньше мы снимали тут, если бы съемка была, тут столько осветительной аппаратуры, все. А стоит видео, и едет человек в автомобиле, вытаскивает из кармана компьютер, нажимает программу и смотрит вестерн любой, который ему захочется. Понимаете? Театр он так не посмотрит. Театр – дело живое. И не умирающая, конечно, да. Поэтому ну, будет кинематограф, так с удовольствием мы снимемся и заработаем, и деньги, и популярность, и все прочее, прочее. Но я больше жду приезда любимого, который начнет репетировать подростка Достоевского, где я репетирую Версилова. Это... Это вещь. Это вещь. Да. Ну, спасибо большое. Пожалуйста. Все? Такое замечательное. Это дерево все, вы понимаете, чем дело? Определенное? Это все дерево.